телевизионная служба новостей телеканала 1 плюс 1, а также новостные порталы Головорет Инфо и Газета ЮА распространяли информацию, что 19 июня в Славянске народное ополчение обстреляло Воскресенский храм и убило сторожа. Однако обстрел храма велся со стороны горы Карачун, на которой находятся позиции украинской армии. В 6 утра начался артобстрел города с горы Карачун. Длился в течение получаса. На этот раз мишенью стал Воскресенский храм. Убит сторож. Цитирует официальный сайт Горловской и Славянской епархии слова благочинного Александра Невского округа в Славянске протоиерея Николая Фоменко. Спикер так называемой антитеррористической операции армии Украины Владислав Селезнев заявил, что, цитирую, «силы АТО соблюдают условия мирного плана урегулирования ситуации в восточных регионах Украины, а наступательные действия и обстрелы объектов не проводятся». Однако, в ночь с 21 на 22 июня был четко зафиксирован обстрел украинской артиллерии населенных пунктов Луганской области. Огонь продолжался более 30 минут. Украинские медиа распространяют информацию о якобы массовой поддержке сил так называемой антитеррористической операции украинской армии на Донбассе. А вот как жители Донбасса относятся к силам АТО на самом деле. Армейцы ж ходят по домам мародерничают. Там остаются те люди. Обыкновенно. Все, что люди побросали, все забирают. Все. Армия? Армия? Украинская армия?